Благодаря быстрому развитию информационных технологий мессенджеры переходят в разряд самых используемых средств коммуникации. Но до сих пор они находились вне правового поля. Госдума России в преддверии летних каникул приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров. По мнению депутатов, он позволит предотвратить появление в социальных сетях сообщений экстремистского толка. Этот закон принят и направлен на то, чтобы, во-первых, в законе прописать, что существуют такие информационные системы, дано им понятие, характеристика. Во-вторых, сделано все возможное, чтобы эти мессенджеры просто соответствовали законодательству Российской Федерации. Если, например, Роскомнадзор обращается к администрации этого мессенджера, что необходимо заблокировать группу, которая, например, заподозрена в Российской Федерации в экстремизме, в терроризме и так далее, то они должны это сделать.